Всем привет! Приготовим творожную шарлотку. Яйца хорошо взбить с сахаром. Добавляем растопленное сливочное масло. Творог, просеиваем муку, перемешиваем, добавляем разрыхлитель, ванилин, хорошо перемешиваем. Тесто обязательно должно получиться густым. Разделяем яблоко на части. Добавляем корицу. Распределяем тесто по форме 28-30 сантиметров. Укладываем яблоки. Выпекать в разогретой до 180 Цельсия духовке 40-50 минут. Готовность проверить шпажкой.